Зачем же лежать на полу, если можно лежать на лежаке? Всем привет! Сегодня я сшила несколько простых лежаков для своих животных и решила поделиться этим с вами. Для этого нам потребуется хлопчатобумажная ткань, синтепон, швейная машинка. У меня швейная машинка, к сожалению, без оверлока. Размер вы выбираете сами, толщину тоже, можете использовать несколько слоев синтепона на ваше усмотрение, если хотите более плотный, тогда используйте несколько слоев. Какие они мягкие, приятные и красивые получились! В конце видео, как бонус, смотрите довольную мордашку заказчика. Ну что, поехали! Я сложила материал лицевой стороной вовнутрь. Теперь буду вырезать нужный мне кусочек. Вот что у меня получилось. Вот здесь у нас складка. Соответственно, мы прошиваем эту сторону и эту. Машинка у меня бразер. Я буду шить прямым швом. Значит, здесь я ставлю 0. А здесь я поставлю троечку. Это длина стежка. Я прошила. Такой мешочек у нас получился. И мы его выворачиваем на лицевую сторону. Теперь мы возьмем синтепон, кусочек по размеру нашего лежачка. Я уже вырезала, буду заправлять. А теперь я прощу квадратик вот здесь и еще один шов посередине, для того, чтобы синтепон всегда оставался на месте при стирке. И шить я буду зигзагом, значит, здесь я поставлю четверку, а здесь единицу. Вот такой шовчик получился, мне он очень нравится. Этим же швом зигзагом я прощу здесь край и еще раз подверну и опять прощу, чтобы краешек красиво выглядел и чтобы ниточки не торчали. Вот я прошила один шовчик и я вот так подверну и прям прощу, чтобы зигзаг был посередине вот этих краев ткани. Таким образом, все получится аккуратно, ниточки не будут торчать. Вот такой лежачок у меня получился. Вот как выглядит край. С этой стороны вот так. Думаю, крысы меня не осудят, если где-то неровно. Заказчик Филимон довольный. А вот как крысы чувствуют себя с новыми лежачками. Обнюхивают, радуются. Короче, они очень довольны.
Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. И пока-пока.